Компания «Уральская усадьба» представляет. Идет монтаж теплицы Митлайдер 4-метровой в количестве 2 штук. Две одинаковые теплицы. На примере этой теплицы сейчас попробуем показать, как закрывается торец поликарбонатом. Теплица из профильной трубы 20 на 20, полимерно-порошковая покраска. Митлайдер — это теплица с верхней форточкой. Торец. Сверлятся отверстия, желательно пока он лежит на земле. Это все готовится для удобства. Прикручивается дверь. У нас уже одна половинка зашита. На примере второй половинки покажем, как это все зашивается. Отверстия сверлятся согласно инструкции. Дверь пока тоже не зашита, она в конце зашивается. Так. Приступаем к монтажу. Значит, у нас нарезанный в размер лист поликарбоната. Мы его приставляем. Помочь? В готовые отверстия вкручиваем саморезы. Саморезы 19-е с пресс-шайбой, со сверлом. С помощью их на земле сверлились все отверстия. Отверстия сверлятся заранее, для того, чтобы, когда торец ставим, вся стружка отпала и не ржавела под поликарбонатом. Вот, в принципе, готово. У нас уже лист обрезанный, а так его по контуру обрезают ножом. Сразу прикручиваем шпингалет. И остается верхний треугольник. Над дверью. Треугольник всегда крутится в конце, чтобы у него был нахлёст на боковые листы поликарбоната. Ну и потому что он получается из обрези боковинок. Все, что лишнее, срезается с боковинки, как раз подходит на верхушку. Он у нас также уже вырезан по форме. Ну, обычно его по форме вырезают по месту. А у тебя в ручке нету? Смотри, куда дел. Да я их положил. Да тут как бы все понятно уже. Вот так это все выглядит.
Обе теплицы уже стоят с подготовленными торцами. Одна наполовину закрыта поликарбонатом.